Согласно календарю, снежная зима не за горами. Отопительный сезон взял отсчет еще в конце сентября, а подготовительные работы начались задолго до старта. Приходилось менять трубы, насосы, а то и реконструировать целую котельную. Как, например, в Московском районе по улице Лебедева. Моральный и физический износ котельной в северо-западном районе буквально несколько лет тому назад вызывал опасения властей города. С 96 года на ней не проводились ремонтные работы. Учитывая его огромную роль для местного населения, власти города приняли решение о реконструкции. Котельная по улице Лебедева снабжает теплом северную поликлинику и 3 жилых дома. На тотальное обновление было направлено 19 миллионов 260 тысяч рублей. В рамках реконструкции было заменено полностью все технологическое оборудование. Это и котлы. На сегодняшний день установлены котлы итальянского производства «Альфа-Терм» мощностью 1850 киловатт каждая. Общая мощность котельной на сегодняшний день 7,4 мегаватта. Арифметическая разница мощностей котлов ощутима. Ранее здесь красовались старых 8 котлов, то сейчас ограничились 4 современными. КПД новых котлов выросло в 1,5 раза и составляет более 90%, что значительно экономит топливо. Данная котельная работает на газе, но резервным источником служит мазут. Здесь также предусмотрена станция химподготовки воды, которая продлевает значительный срок службы самой котельной. Заменены все технологические трубопроводы, задвижки и насосы. Несомненным плюсом является полная автоматизация котельной. В связи с этим оптимизированы трудозатраты. Пульт диспетчерской заменяет работу 5 человек. Регина Кубайкина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.